просто получил лекарство и все. Ни болтовни никакой. А девушка приходит, полтора часа болтает. Ей нужно полтора часа болтать. Потому что она деньги заплатила частному психиатру. Она имеет право ему полчаса мозги выносить. И ты сидишь, ждешь там еще. И ты просто слышишь, бубнешь непрерывно. И ты не слышишь, что она говорит, потому что дверь-то закрыта. Ну и не хочется подслушивать. И слушать не хочется. Но я тебе отвечаю, я думаю, если бы я слышал, о чем она говорит, то это такой бред был бы. Такое бессмысленная болтовня, сотрясание воздуха. Абсолютно бессмысленная. Проблемы. Какие могут быть у женщины проблемы, если сейчас мужчин убивают? Какие могут быть у женщины проблемы сейчас, когда ее никогда не заберут на передовую линию? Ну, свои проблемы. А, свои проблемы, да. Когда была Великая Отечественная война, сколько погибло мужчин? С той, и с другой, и с третьей стороны. Когда америкосы высаживались, их там из пулеметов убивали просто эти немцы. Сколько мужчин было уничтожено у всех стран, и немцев, и америкосов, и наших, и всех. Ну, меньше всего, конечно, бриташек было уничтожено. Это и просто. И после того, как были уничтожены мужчины во всех странах, ну, в нашей особенно, женщины заняли. После Первой мировой, где все страны участвовали, все европейские страны и наши, участвовали в войне Первой мировой, которая длилась несколько лет. После этого-то и зародился феминизм. Женщины стали занимать должности, которые раньше не занимали. Вот только после этого. Если бы не было войны, уничтожения мужчин, не зародился бы феминизм. Мы бы жили сейчас, знаешь как? У меня была бы сейчас жена, которую ты и ее отец выбрали бы мне. И у меня были бы дети сейчас. Как это было всю историю человечества. В тысячи лет все это было. И она бы не смогла развестись со мной. А эта Ксюша бросила меня, хотя я ни разу руку не поднимал на нее. Не пил, не курил тогда, не матерился. Я вообще был другим человеком тогда. Ну, я, конечно, долбоебом был, это понятно. Но есть-то парни хуже меня, которые поднимают руку на девушку. Я никогда не поднимал. И девушки не бросают таких парней, которые руку над них поднимают. Ты понимаешь? Они живут с ними. Ну, что, короче. Они милицию вызывают? Нет, они не вызывают, а им они живут с ними. Есть такое. Такие абьюзивные отношения есть. Ну, они сначала вызывают милицию. Они вызывают, но потом отказываются. Потом на него заводят уголовное дело. И она отказывается. Говорят, на него не заводят уголовное дело. Они говорят, они забивают на это. Я тоже думал, что повсеместно. Потом я пообщался с двумя девахами в каком-то там году. Они рассказали, что на самом деле там ничего не заводят. И там даже парень, одну из этих девах, ее парень, с ней когда совокупился, у нее ребенок появился в животе. Она сделала аборт за свои деньги. То есть это пиздец. Это же несправедливо по отношению к женщине. Я бы так никогда не поступил. Я бы выплатил ей за деньги, если это действительно доказано было бы, что она от меня родила и сделала аборт. Но если бы я не хотел этого ребенка, как этот парень. А если бы она встречалась со мной, вот эта девушка, которая сделала аборт, она бы
не сделала аборт, потому что я бы хотел ребенка от нее и жить с ней, женился бы на ней и жили бы счастливо. Я бы никогда на нее руку не поднял, никогда, ни на ребенка никогда. Наоборот, учил бы рисованию, творчеству, прививал бы. А видишь, они выбирают альфачей таких, знаешь, альфачи, знаешь, таких борзых. Они выбирают, по сути, уголовников, наркоманов, алкоголиков, тунеядцев или просто каких-то отморозков, которые трахнут и убегут. Зато этот парень, когда шел с ней, и какой-то ботаник шел, что-то там посмотрел на ее девушку случайно, он ему поебалу дал, и дальше пошли они. Вот зато он вот такой. Но там была такая ситуация, что хоть я и ботаник, да, но я ему чуть голову не разбил молотком. Я, короче, там видео есть, где я общаюсь, и она говорит, а вот он выходит. Я достаю молоток, короче, и говорю, иди сюда. Сюда иди. Я пьяный был. И, короче, я не понимал, что молотком можно убить человека просто. И так получилось, что он не стал ко мне подходить. И так получилось, что я не ударил его молотком. И так получилось, что я не попал в тюрьму, и до сих пор я на свободе. И после этого я перестал хуйней заниматься. Ну, то есть, если бы тогда я бы шел, допустим, и он бы мне поебалу дал, но он, ну, просто там, потому что я бы на его девушку смотрел, я бы достал молоток и по башке бы ему дал, и попал бы в тюрьму просто. Ну, там, на сколько? На 8 лет, да? Ну, ты же знаешь, ты же разбираешься. Я что? Откуда я знаю? Ты же служил там. Ну, а я что, думаешь, интересовался, что ли? Признайся, были там пытки заключенных? Я там ни такого не видел. Ты такого не видел? А они были. А они есть. Ты знаешь, ай, короче, пофиг, тесака там убили в красноярской тюрьме, выложили на YouTube видео, где пытки в красноярской тюрьме, короче, ладно, это было после того, как ты уволился. А уголовники, знаешь, они не считают вот таких, как я, простых людей, за людей вообще не считают. Они считают животными. Они не за людей не считают нас. Знал такое? Ну что, фраером называют? Они не фраером называют, они называют животным там. Петушары, ничтожи. Ну, то есть они не считают человека... Фраером? Да фраер это похер. Они не называют... Они не считают за людей, как тех, кто не уголовник. Ну это... Называют его фраер. Это фраер это, который не живет по тюремным законам. Все. Ну просто обычный человек. Это фраер. Ну и ну понятно, короче. То есть как бы отдельное слово. Вообще-то они просто ненавидят простых людей. Это, знаешь, презирают простых людей. Всякие эти малолетки. Не только малолетки, взрослые. Уголовники, малолетки, которые подростки сидят. Они ауешники. Они говорят, типа, мент это не человек, это. И взрослые тоже так считают. Взрослые обычные. Если он уголовник увидит парня в очках, он его будет презирать и высказывать ему. Обычные. Эти уголовники, ну, которые сидят, они нормально относятся к